Рыхтовка новогодних елок началась в Гродненской области. Уже готова до реализации первая партия – около 3000 дрельцев. В ассортименте по-ранейшему первое место за елкой европейской. Потом идут сосна и пихта. Зеленые пригожуни в худким часе з'явятся на елочных кермашах, которые откроются в области с 20 снежня. В этом году в области планируется реализовать около 30 тысяч новогодних деревьев. Из них порядка 9 тысяч будет реализовано в городе Гродно. Для этого по области организовано около 160 точек, 16 из которых расположены в областном центре. Подробнее о местах расположения этих точек можно узнать на сайте Гродненского лесохозяйственного объединения. На рыхтовку хвойных дрэцу ведется с уликом летошнего попыту покупников. У 2019-м Гродненским лесогаспардарчым объединением было реализовано около 30 тысяч новогодних прихожунь. Все лето, как прогнозуют специалисты, такие объемы продажу захаваются. Самые ходовые – пухнатые густые елочки вышиной до 2 метров. Каштовать такая покупка будет от 11 до 30 рублей. Традиционный ассортимент елочных базаров – это елки и сосны. Кроме того, на елочных базарах можно будет приобрести новогодние букеты. В течение последних лет желающие могут приобрести новогодние деревья в катках. С увеличением спроса на эти деревья в этом году у нас будет реализовано порядка 500 штук таких деревьев. Те, кто хочет самостоятельно выбрать новогоднее дерево, могут приехать в лесничество, выписать его. Вам укажут место, где можно выбрать и срубить это дерево.